оборудование укрепления укрепленных районов в качестве сгодов. За рычагами танка ветеран вооруженных сил, сотрудник военно-исторического музея, ставший прапорщик в отставке Валерий Анатольевич Бухтияров. После ухода на заслуженный отдых остается в строю, передает знания и накопленный опыт молодежи, участвует в патриотическом воспитании молодого поколения. За рулем брони автомобиля сотрудник военно-исторического музея, старший прапорщик Андрей Толстых. Осенью 1931 года был принят на вооружение легких танков бронирование танка противопульные. Боевое крещение Т-26 получил в Испании в 1936 году. За рычагами танка младший научный сотрудник 38-го научно-исследовательского испытательного института, выпускник Омского танкового института, старший лейтенант Александр Никитин. Танк Т-30, представитель легких танков до военного периода с противопульным бронированием. Был разработан 100 километров. За этим танком связан два испытателя полигона Коробкова, Дерзева, Пушкарева и других. За рычагами танка слушай. Боевая масса 3300 килограмм.
Вот.